Выбрался, пацаны, на рыбалку, как обычно, с утреца пораньше. Вот везде вот такой туман. Рассвет. Время часов около 6. В общем, поджиговать, посмотрим, что тут как. Вот. Тяги нет. Грузик 24 грамма. Пока вроде бы лодок нет. Но когда туман рассеется, скорее всего, как обычно, вокруг все будет атаковано. Пришел по навигатору на точечку. В эхолот смотрю, движение какое-то есть, но в основном в пол воды. Да. 24 грамма. Перегруз, конечно, когда нет тяги. Вчера вечером была дурная тяга. Вот. Сегодня вообще по нолям. Кто-то поверху какая-то рыба ходит. Возможно, судак даже, а может и щука. Не знаю, сейчас посмотрим. Там и по дну вон есть движение. Глубина около 7 метров. Пока начнем отсюда. И будем двигаться. Обкидывать точку. Монтаж, как обычно, у меня. С тройником впереди, перед грузом. Все нормально, все идет по плану. Посмотрим, что нам выдаст это утро. 20 грамм, что ли, поставить. Вон какая-то тяга пошла. Сейчас стояла, вообще резко двинула. Оп, есть, ребята, есть. Что-то цепанул, но что-то небольшое. Небольшое. Щучка. Скорее всего. На сей раз у меня с собой подсак. Считай, какой там третий заброс. Посмотрим, что за щукан. Такая вроде бы неплохая. Да. Шляпа, конечно, шляпа. Ну, такая. Минимально допустимый размер. Главное, причем сработал. Надеюсь, видно. Сработал не тройник, а сетник. Все, она как-то аккуратненько хапнула. За задницу. Вот такой щукандрос. Можно сказать, травяного размера. Надеюсь, видно там все. Такой, ну, полкило 600 грамм. Ну, в принципе, ладно, пусть будет. Офсетник, можно двойник. И впереди тройничок. Тройничок надо вешать перед чебурашкой на заводное кольцо. И именно на скобу у чебурашки, а не на карабин. Карабин щука расстегивает. Но у меня скрутка, но я все равно на скобу вешаю, которая из чебурашки выходит. Сколько раз у меня вешал на карабин, сколько раз у меня уходили щуки. Открывают они карабин как-то, не знаю как. Ладно, значит, щукандросик есть у нас. Отлично. Продолжаем. Блин, конечно, какая же она склизкая. Душку лучше сразу закрывать. Блин, в соплях все. Никак отмыться не могу.
руку не могу отмыть от этих соплей. Замечательно, приятно. Приятное начало. Посмотрим, что будет дальше. Причем догнала как-то. Опа, опаньки. Опа, это уже покрупнее фрикциончик. Фрикциончик ослабим. Ребята, это уже зачетненько все пошло у нас. Приятно, приятно, когда такая. Так, и глубина там получается метров около 5, наверное. Отлично, отлично. Пацаны. Пацаны. Да, и тут размерчик более приятный. Да, я знал, что утром будет повеселей. Да, размерчик тут зачетный, даже придется, скорее всего, воспользоваться под цариком. И тоже, а нет, на тройничок. Опаньки, спокойненько, спокойно, спокойно, спокойно. Подсак, конечно, у меня слабоват для этих целей. Сейчас она там накрутит. Бляха-муха. Да, уже не может крутить даже. Да, как бы. Так. Конечно, чем меньше слышно таких бульков поутру, тем лучше. Но без них рыбачить никак. Без них никогда. Она уже отпала просто. Накрутила. Подсачник, конечно, требуется. Требуется другой. Не люблю за глаза брать, но вот. Такая, такой рыбуль. Тут уже около килушника пойдет. Сейчас вот у меня проблема. Проблема будет достать тройник. Да, вроде тишина, пока лодок нет. Спалить место не хочется. Ох-ох-ох-ох-ох. Да, ребятишки. В общем, я отключусь пока. На время размотки. Отлично. Отличненько. Так. Размотаем. Продолжим. Утро, по-моему, не зря встал пораньше. Все, ребята, перестроился чуть ближе в каму. Так, на проверенную точку. Пока груз не буду. 24 оставлю, потому что тут глубина десятка, там где-то около 6-8. По ощущениям быстро упало. Не знаю. Солнце встает, приятное утро. Такое, конечно, блин, на каме приятно побыть. Такую погоду. Ветра практически нет. В одиночестве пока что. Очень приятно быть, находиться. Потом всю зиму вспоминать эти отличные моменты. На работе рассказывать, там на вахте кому-нибудь. Ребята в шоке все. Это, конечно, с Волги, с Ульяновской, ребята. У кого-то таких рек вообще нет. Крупных. Ручейки. Вот. Приятно. Бывает. Стараюсь не кричать, уж извините. По воде утром разносятся звуки далеко. По
Поэтому как бы будешь верещать, кричать, спалишь место, и никакой рыбалки потом не будет вовсе. Так, что-то нас куда-то относит, что ли? Что мы, как мы тут? Что мы? Блин, не знаю. Но будем надеяться, что нас... Что якорь я положил хорошо. Да, где-то бьет жерех. Но одиночный. Вроде бы. А, вон там. Уже направляется лодочка на веслах, правда. Куда-то в нашу сторону. Из тех домов. Стороны вроде пока не обкладывают. Да. Да-да. Все серьезно. По-моему, я слишком заглубился все-таки. Наверное, стоит перестроиться поближе потом. Кто-то ломится в эту сторону. Блин, я еще хотел там пробить точечку. Ближе к каме. Человек, похоже, настроился туда серьезно. Да. Ладно. В общем, я включусь. Когда будет что-то интересное. Ладненько. Перестроюсь ближе к берегу. Ну все, ребята, так вот не очень долго порыбачили. Думаю, замечательно получилось. Есть что посмотреть. Есть какие выводы сделать, есть информация. То есть, думаю, неплохо. Ладненько, подписывайтесь. Будет еще. Всем пока.